Дорогие друзья, сегодня мы находимся в 50 километрах от Рима, в замечательном живописном городке Черветери, в агритуризме «Долина королевы». Сегодня пасхальное воскресенье, и так совпало, что 16 апреля 80 лет назад родилась тетя Аньези. Вот по этому поводу мы сегодня все здесь и собрались. Тетя Аньези воспитала 9 детей и осталась одна очень рано. Дети решили сделать сюрприз маме. Сегодня на ее юбилей были приглашены родственники и близкие. И собралось нас 90 человек. Встречаем именинницу, она и не знала о приглашенной. Аллилуйя!
Граница! Акуринанна! Ну а пока родственники приветствуют именинницы, я предлагаю вам прогуляться. Peccato che qua non c'è la wifi, ma non ce l'ha, ma sì, è strana. Poi è palle ossa sotto. Пока взрослые заняты обедом и разговором, дети развлекаются на королевских просторах. Как и детям, не сидится за столом. Я даже побывала в огороде. Вот они как растут, артишоки. Листовой салат, мята и зеленый лучок.
Da sogno. Che spettacolo. После продолжительного и сытного обеда все потихоньку стали разбредаться по долине королевы. Привет, Россия! Привет, привет! Пока официанты готовят сладкие блюда, тетя Аньезе принимает подарки. Allora, adesso dovremmo intervistarla e chiedergli che cosa è cambiato oggi che ha compiuto 18 anni, quindi è diventata maggiorenne, cosa è cambiato? Vorrei due baci da due miei figli maschi, solo loro due. Quanto sembra? Ma ci ho sentito i maschi! Quante botte mi ha dato? Ma ciò, le sei meritate tutte! Non c'è? Vicino? Sì!
начинается фотосессия. Сначала с детьми, потом с внуками, потом с племянниками. Тотти. Мне кажется, Николо родился с мячом в руках. Aspetta,
Подходит к концу этот замечательный день. Невольно и вы, мои зрители, стали гостями тети Аньези. Я думаю, вам понравилась атмосфера итальянских праздников. На этом я прощаюсь с вами. До новых видео, друзья!